Здравствуйте, ребята! Я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки. Урок 19. Природные явления. Воздух. Сегодня на уроке ты узнаешь, какими бывают сценические эффекты, как классифицируются духовые инструменты. Ребята, а сейчас поставьте видео на паузу, откройте рабочую тетрадь по музыке, запишите число и тему нашего урока. Любое театрализованное представление, спектакль, концерт или шоу обязательно содержит сценические эффекты. Это звуковое и световое сопровождение, иллюзии движений и перемещения объектов, всевозможные превращения, создаваемые при помощи специальных приборов и приспособлений. В театрах прошлых веков устройством таких театральных эффектов занимались специальные люди – мастера чудес. Сегодня на помощь человеку пришли компьютеры, 3D-видео, лазер и роботизированные механизмы. Идет время, меняются технические средства, однако музыка вечна. Сегодня мы с вами познакомимся с фрагментом знаменитого произведения немецкого композитора 19 века Рихарда Вагнера «Полет валькирий». Валькирия – в скандинавской мифологии дочь славного воина, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, павших в бою, умереть, а кому жить. Обратите внимание, как Рихард Вагнер в музыке ярко передал атмосферу полета фантастических валькирий. Вы обратили внимание, ребята, что основные инструменты, исполняющие полет валькирий, это духовые инструменты. Именно с ними мы сегодня будем знакомиться. Духовые инструменты – это музыкальные инструменты, звук из которых извлекается посредством воздушного потока. Они могут быть выполнены из дерева, металла или любого другого материала, иметь различную форму и издавать разные по тембру музыкальные звуки. Существует два основных вида духовых инструментов – медные и деревянные. Изначально такое деление возникло из-за материала, из которого они изготавливались. Сейчас в большей степени тип инструмента зависит от способа, которым из него извлекается звук.
Существует особая разновидность – клавишные духовые инструменты. Их не так много. Клавишные духовые инструменты устроены довольно сложно. Звуки появляются от колебаний язычков. Музыкант приводит их в действие с помощью клавиш, клапанов или педалей. Ребята, а сейчас в рабочей тетради сделаем похожую таблицу, которую мы делали на прошлом уроке. Также три колонки – деревянные, медные, клавишно-духовые. И запишите по три инструмента в каждую группу. А сейчас давайте повторим песню, которую мы разучили на прошлых уроках – «Туган Ель». Олан байтақ мекенім, саған тағзым етемін, мәңгі жырлап өтемін мен туған ел. Бейбіт өмір тілегім, тұғырым сен тірегім, сен деп соғар жүрегім туған ел. Байтақ жерім, асқар белім, шалқар көлім, самал желім, алтын күні арайланған туған ел.
Байтак жерім, асқар белім, шалқар көлім, самал желім. Алтын күні арайланған туған ел. Желбіресін байраған, бейбіт жолдан таймаған, жаса мәңгі жайнағын сен туған ел. Ашық болсын аспаның, таусылмасын дастаның, деп тілейді жас жаным туған ел. Байтақ жерім, асқар белім, шалқар көлім, самал желім, алтын күні арайланған туған ел. Байтақ жерім, асқар белім, шалқар көлім, самал желім, алтын күні арайланған туған ел. Туған елдей ел болмас, туған жердей жер болмас. Ата бабам қалдырған ұрпақтарға бұл мирас. Байтақ жерім, асқар белім, шалқар көлім, самал желім, алтын күні арайланған туған ел. Байтақ жерім, асқар белім, шалқар көлім, самал желім, алтын күні арайланған туған ел. Туған ел. Сегодня на уроке мы с вами узнали, какие спецэффекты бывают на театральной сцене, послушали фрагмент произведения Рихарда Вагнера «Полет валькирии», а также познакомились с классификацией духовых инструментов. Домашнее задание. Прочитать материал в учебнике на странице 52-53 и заполнить таблицу с духовыми инструментами. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята!